Всем привет! Продолжаем знакомиться с системой CMake. И сегодня посмотрим, как создать статическую и динамическую библиотеки. Ну или static, shared, то есть посмотрим, как их создать, да, с помощью системы сборки CMake. Писать я уже как бы ничего не буду, чтобы не отнимать время. А просто покажу всю структуру. Ну и это все, понятное дело, будет лежать на GitHub. Итак, в чем же... То есть здесь существует два типа библиотек. Статические и динамические. Динамические, если мы берем Windows, то динамические библиотеки имеют такое расширение. .dll. Статически в Windows .lib. В Linux, ну в Unix системах, динамические библиотеки .so, а статические .a. Так вот, статические библиотеки, они нужны один раз при сборке программы и при линковке. То есть при линковке эти библиотеки линкуются, то есть, скажем так, внедряются в сам код исполняемого файла, бинарника, ну, либо другой библиотеки. Динамические же библиотеки нужны всегда. Они лежат по определенным путям, и программа, когда запускается, и когда есть необходимость в каких-то функциях, ну, и есть необходимость в этой библиотеке, она линкуется динамически, то есть на этапе работы программы, что называется в рантайме. Соответственно, динамические библиотеки чем хороши? Тем, что можно выпустить новую версию, ну, скажем, с улучшенным функционалом, подменить эту библиотеку, и все будет работать. Конечно же, выпускается библиотека с тем интерфейсом, ну, который известен программе. Да? То есть, если были функции там function 1, function 2, function 3, и мы выпускаем новые версии, то все будет прекрасно работать. Если же мы в нашей программе, точнее в нашей библиотеке, добавим там function 4, то придется пересобирать всю программу заново. Вот. Статические же библиотеки, как вы поняли, нужны только раз. Они компилируются, линкуются, и после этого бинарник работает уже без них. Ну как, они уже встроены в само тело программы. Вот. Итак, посмотрим на CMake файлы для статической и динамической библиотеки. Вот у нас, то есть там по факту практически все одинаково, за исключением того, что есть ключевое слово shared, а в статической static. Ну, давайте посмотрим например, CMake файла для динамической или shared библиотеки. Что здесь изменено с предыдущего примера? Но в предыдущем примере мы генерили версию, и здесь я вписывал проект, да, полное название. Соответственно, если проект поменялось бы имя, то нужно было бы вот здесь тоже все менять. Но зачем это делать, если можно использовать вот эту вот переменную Project Name? А дальше подчеркивание version major или major или major, дальше minor, patch и tweak. С этим понятно. Это тоже вам уже знакомо, это у нас последняя версия компилятора используется. Дальше, здесь все еще оставлены генерация h-файлов для версии и для пути. Что тут новое для вас? Для вас новая вот эта часть и вот эта часть. Итак, какова структура нашего проекта? Вот есть папочка sharedlib. В ней, в src, лежит исходник нашей программы, которая будет использовать эту библиотеку. Давайте ее откроем. Так, вот она. Вот подключается заголовочный файл нашей библиотеки. Ну и все то же самое. Есть функции, которые печатают версию, там помощь,
Ну и создают объект типа S-Library, это наша библиотека, и какую-то информацию печатают. В принципе, здесь ничего такого нету. Дальше. Это у нас в папочке src. В папочке include, соответственно, у нас заготовочные файлы для генерации двух заголовочных файлов, которые будут содержать версию, ну и пути. Это вы уже знаете по предыдущему уроку. И есть папочка с исходниками нашей библиотеки. То есть вся эта структура у вас может быть своя. Заходим сюда, и здесь мы видим исходный код нашей якобы библиотеки. Если мы откроем, то ничего там сложного нет. Здесь есть описан класс, в котором есть функция printInfo. И здесь давайте напишем hello from Shared Library. Вот. Теперь вернемся к CMake-list файлу. Что у нас здесь есть? Я указываю, то есть, чтобы нам CMake сгенерил make-файл, который будет создавать исполняемый файл, мы использовали вот это, add executable. То есть создавался бинарник. Ну, для той платформы, на которой был запущен наш CMake, да, и сгенерен make-файл. Здесь же есть add executable, но также есть еще add library. Что это такое? Это мы говорим, сделай нам из этих исходных кодов, которые вот здесь, к примеру, а в данном случае у нас только один CPP, сделай нам библиотеку, которая будет shared, то есть динамическая библиотека. Соответственно, ее имя будет project name, подчеркивание, lib. Project name у нас вот. Соответственно, на выходе мы должны получить CMake, подчеркивание example, подчеркивание 3, подчеркивание lib. Дальше, вот таким способом можно добавить, можно сказать, псевдоним, то есть alias. Вот alias, ну это, так сказать, псевдоним. Что это такое, вы узнаете в следующих уроках. Ну, то есть как удобно его использовать. Но в этом случае мы можем просто добавить псевдоним. lib1, потому что таких библиотек в больших проектах может быть очень много. И везде писать там project name, полный путь, ну, может быть довольно затруднительно. Хотя это обычно там единожды делается. Но есть такая возможность добавить псевдоним. И дальше по этому псевдониму линковать эти библиотеки. Ну, как бы вот оно вот так вот есть. Там в следующем, может, через урок или через два, вы увидите, как это используется. Дальше. Target include directories. Здесь я подключаю директории, которые нужны для нашей библиотеки, для сборки нашей библиотеки. То есть здесь подключаются, то есть указываются пути, где лежат непосредственно исходный код. В данном случае, то есть target include directories, я указываю для кого, для какой цели target, для какой цели я подключаю вот эти самые директории. В данном случае, как мы видим, я указываю, что это для библиотеки, потому что здесь происходит сборка библиотеки, а потом сборка исполняемого файла, вот здесь исполняемого файла, а потом происходит линковка библиотеки к исполняемому файлу. Так вот, вот это я указываю, что include directories для вот этого вот проекта, то есть это для нашей библиотеки. Вот такой путь. То есть Project Source Dir это у нас, я думаю, вы уже догадались, это тот путь, где лежит наш CMake лист. Соответственно, я беру его и слэш и указываю, что libsrc, вот там лежат исходные коды, которые нужны, ну и файлы, которые нужны нашей библиотеке. Это вам знакомо. Это тоже. То есть здесь собирается библиотека. Здесь собирается исполняемый файл. Теперь надо нашу библиотеку прилинковать к нашему исполняемому файлу. Соответственно, вот здесь я указываю target link libraries. Я указываю, какой цели или кому нужно линковать какие библиотеки.
Потому что к этой библиотеке тоже можно прилинковать другие. Ну, потому что вы можете писать свою библиотеку, которая будет использовать сторонние библиотеки. Соответственно, вам нужно будет указать Target, Link Libraries и указать, что для проекта вот такого-то мы там будем линковать библиотеки такие-то. Ну, как бы, чтобы не вдаваться во всю глубину вопроса, мы вдаваться в эту глубину и не будем, вот, чтобы не отнимать время. Но в целом, как бы, это такие заготовочные файлы, которые вам, ну и мне, иногда помогают, чтобы вспомнить, как примерно должна быть самая простейшая там структура проекта, да, для создания библиотек. Вот. Так вот, в этом CMake файле, еще раз, создается библиотека, создается исполняемый файл. Дальше к исполняемому файлу линкуется наша библиотека. Перейдем к это, что касается динамической библиотеки, Shared. То есть, если вы у себя, к примеру, под Windows установите окружение, установите компиляторы MinGV, ну, лучше это делать в окружении Cygwin, установить там Make, CMake, ну, компиляторы, и если вы там запустите CMake, он вам сгенерит, ну вот мой пример, он вам сгенерит, ну, в MinGV он DLL не генерит и lib не генерит, он, по-моему, точно так же, а не, DLL он генерит, а по поводу статической библиотеки он не генерит lib, он, по-моему, генерит A, расширение A. .a. Это Microsoft компиляторы будут генерить .lib, да, библиотеки с расширением .lib. Ну, это попробуйте. Должно сработать. В любом случае, если вы установите Cygwin, все там настроите и установите, короче, то вот этот файлик должен вам генерить правильный makefile. Так вот, к чему я. А, статик. У статика практически то же самое. Единственное, здесь я нету псевдонима. Здесь просто все еще проще. Здесь есть, мы создаем библиотеку. Дальше указываем директории для этой библиотеки, ну, исходников. Ну и все точно так же. Линкуем в конце. То есть здесь два в одном. Библиотека создается и исполняемый файл. Теперь давайте перейдем, давайте откроем аналогичный файл для статической библиотеки, ну, чтобы увидеть разницу, что все это работает. Так, а тут hello from static library. Shared, а тут static, да. Ну и теперь по аналогии мы уже знаем, что здесь CMake лучше не запускать, лучше создать папочку build или вообще из другого места запускать и передавать полный путь. Так, удалим, неправильно написал. Итак, запускаем CMake, две точечки. Есть, дальше make. Есть, как мы видим. Одна часть была собрана и вот с расширением .so. И дальше вторая часть, то есть непосредственно исполняемый файл и была линковка. Теперь запускаем CMake example 3. Что мы видим? Мы видим hello from shared library. Теперь смотрите. Давайте-ка я удалю. Удаляю эту динамическую библиотеку и запускаем наш файлик. Ну, бинарник. Что мы видим? Error. Ну, ошибка при загрузке динамической библиотеки. То есть файла нет и наша программа не работает. О чем я и говорил. Динамическая библиотека нужна все время. Теперь давайте соберем то же самое для статической библиотеки. Build. Дальше. CMake. И make. Запустим CMake example 3. Мы видим hello from static library. Окей, друг. Как мы видим, вот статическая библиотека. Точечка А. Давайте ее удалим. F8. И запустим опять наш бинарник. Как мы видим, для работы нашего исполняемого файла бинарника статическая библиотека уже не нужна. Она находится внутри нас. Вот, ну, вот так вот, грубо говоря.
Ну, не грубо говоря, так оно и есть, просто это нужно было сказать как-то по-другому. По-другому. Ну, думаю, в принципе, все. Чтобы не делать видео длинными, а максимально информативными и короткими. Поэтому эти исходники будут на GitHub, у меня будет репозиторий, у меня там уже, по-моему, 15 репозиториев, ну, короче, он будет называться CMake. И там будут эти заготовки, поэтому лично для меня, у меня подобные заготовки обычно лежат на диске где-то, и когда что-то происходит, ну, нужно что-то такое сделать, то я быстренько иду туда, смотрю и что-то вспоминаю. Ну а дальше, конечно же, в реальных проектах это все разрастается, увеличивается и совсем других форм принимает. Но, тем не менее, очень помогает вспомнить. Поэтому, надеюсь, и вам будет помогать. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!